Деда, когда я ее нашла, я стала молиться. Боже, ты создал этого птенчика. Ты можешь ему помочь. Сердце не слышно, Сара. Она мертва. А потом на другом берегу я увидела Бога. Сара, ты удивительный ребенок. Вы его видите? Кого? Бога. Ты увидела Бога и оживила мертвую птицу? Нет, не я. Господь. Откуда это? Нарисовала вечером. Что, сама? Да. Что ж, похоже, у девочки хорошее воображение. Она не стала бы врать. У меня тут кот умер. Может, заглянешь и вернешь его к жизни, а? Мам, я видела Бога. Сара, ты можешь помочь мне встать? Я не знаю. Ты помолишься за меня? А, что же такое срочное случилось? Я пошевелил пальцами. Я не могу объяснить, что с ним происходит. Поврежденные нервы не могли восстановиться. Мам? Мой сыночек! Говорили, что он не будет ходить. Не должен был. Это все Сара? Не очень-то честно по отношению к другим людям притворяться, что ты беседуешь с Богом. Я не притворяюсь. Способна ли Сара Хопкинс исцелять людей? Мир словно перевернулся. Ну, пожалуйста! Не могу, это так волнительно. Да, придержи шляпу. Все только начинается. Пап, похоже, они пришли к Саре. Что я увидела Бога. Все, что сказала Сара, правда. Я просто девочка, которую решил посетить Бог. На самом деле, вам нужно только поверить в Бога и помолиться. Он слушает. Эта кроха просто звезда. Этого не может быть. Ты начинаешь понимать.